Шуба-дуба-дуба-пада-па-па. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Веди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием «Самая легкая игра». Я почему-то не думаю, что эта игра будет на самом деле самой легкой, потому что обычные игры, которые так называются, совсем не легкие. Но мы попробуем с тобой сегодня в нее поиграть и посмотрим, что из этого выйдет. Плюс ко всему еще игра английская, поэтому мой офигительный переводчик снова будет страдать. Ладно, поехали. О, господи. Твоя репутация очень умного человека, но это не имя сегодняшней игры. Сегодня я буду твоим котом. Почему здесь текст такой непонятный? Ты не можешь разобраться с сложными вопросами? Я могу, если вопросы будут легкими. Они будут очень легкими, поэтому не проваливайся. У тебя 9 жизней, как и у меня, потому что он кот. Я понял. Я тебя буду таймировать, поэтому будь готов. Хорошо. Давай, поехали! Я сразу говорю, я проиграю. Мало того, что это игра английская, так и еще вопросы будут с подвохами. Ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какая следующая цифра? 7. Ой-е! Здоров, мексикашка! Выйди отсюда. Вот ключ. Ключ. Вряд ли он мне поможет. Окей, я говорю... А! Это было гораздо проще, чем в прошлый раз, правда? Я не был с тобой в прошлый раз, я в первый раз здесь. Ну ладно, опять мексиканец. Победи меня в крестике-нолике. Ну, хорошо. Какая там тактика, чтобы она всегда побеждала? Я не помню! Я, наверное, неправильно уже сделал, нужно было другое место сделать. Ай, ладно. Иди ты в пень. Нет! Ты не победил! Мозг! Вы вошли в ресторан. В комнате есть 10 человек, которые 21 год. 3 человека, которые 26. 7 человек, которые 29. И 9 человек, которые 31. 17 из них... Привет, кот. Которые из них мужики. Сколько людей в ресторане? Чё? 13, 20, 29, ну и я 30, 30? Ну, там еще есть малик. Чё? Подожди, что? Лягушка бьется его жопой, когда подпрыгивает. Да? Бедная лягушка. Что это вообще за вопрос такой? Сколько стаканов в кварте? 4? Я не знаю, что такое кварт. Ну я подумал, о, привет, кот опять! Он смотрит на такого умного человека, как я, потому что, ну... Я отвечаю на такие очень сложные вопросы. Сколько квартов в галлоне? 4? Потому что кварт это типа 25%, наверное. 2 плюс 2 плюс 7 минус 7. 4 плюс 7, 11 минус 7. Какой-то здесь подвох. 4. Я в каждом вопросе ищу подвох. А подвох это и нет. Многоходовочка такая. Сколько сторон имеет квадрат? 6, наверное. Ладно, 4. Ну пока это вполне легко. Сколько сторон имеет треугольник? 3. В смысле? Я тупой? Я, наверное, плохо когда прочитал. Ректангл это тоже... Это тоже квадрат. Ну, я говорю на английском, я закачусь. Сколько ног у собаки? Ну, 4. Что это за вопрос, я не понимаю. Бедный паук-инвалид. Если ты возьмешь половину ног у этого паука, потому что очень жестокий, очевидно. Сколько будет у паука ног? Интересный вопрос, потому что вот эти вот штуки считаются за ноги, но, наверное, нет. Типа 4 тогда? У него здесь их 8. 4. А, здорово, мексикашка, тарадам, тарадам! Он не хочет мне играть, он хочет просто на меня смотреть. Сколько сезонов в городе в году? 4. Окей, я же... Когда я слышу название игры, сколько пальцев на руке? Ну, если это обычный рабочий завода, то, возможно, 4, а может даже и 3. Но обычный человек 5. О, тортик! Я бы не хотел тортик на данный момент, потому что я вообще не хочу. Сколько вопросов ты ответил на данный момент? 15? Ну, 16 будет, когда я отвечу на этот вопрос. Но всего я ответил на 15. Тут вот тут написано. Да, наверное, все же я неправильно рассчитал. Их должно было быть 16. Ну ладно. А что легче? А, я знаю, ничего, все одинаково. Это вот этот вопрос, типа, что легче, килограмм ваты или килограмм железа? Ну, типа, тупой вопрос. А какое государство больше? Смотри, еще так хитро сделали. Англию нарисовали большущий, а Соединенные Штаты маленькие. Но, по-моему, Соединенные Штаты больше. А ты-то что вылез, мексиканец? Ты вообще не в Штатах. Что, какой номер между 1 и 2? 1.5? Но вообще там нет номера между 1 и 2. Полтора?
Окей, я был уверен, что здесь какой-то... Ёб твою ма... А, на ноль. Умножение на ноль. Я уже ожидал, что здесь вообще какая-то херота непонятная, а там все в конце умножается на ноль. Ну, надо думать. Это надо знать математика, чтобы такое решать. Слово race car. Такое же обратно. Race... Действительно. И наоборот? Наоборот не особо. Ну, наоборот, это не на... Нет, я имею в виду, если наоборот читать, то да, но если перевернуть его, тут написано тоже, то нет, я бы сказал, это false. Потому что если его перевернули, получится вообще какая-то черемуха непонятная и вообще не то. Какое слово первое в этом... Что? Какое слово первое в этой фразе? Что? Пока я отлично работаю. Пока я справляюсь с вопросами для... идиотов. Бобры едят дерево. Да? Нет? Мне нужна новая работа, говорит кот. А это правильно было или нет? Сколько здесь далматинцев? Много. How many? Много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ой-ё. Many. Я не хочу их считать, их пень. Я знаю, что это неправильно. О, он снова хочет. Он хочет реванш. Сейчас я ему покажу. Смотри, смотри. Тактика. Супер тактика. Значит, тю-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 тю. Окей. Вот так. Потом я делаю. Вот так. Потом я делаю вот так. Разум. Четыре слова. Ты можешь тюнинговать гитару, но ты не можешь. Слово из четырех букв. Но ты не можешь. Факфиш. Но ты не можешь. Ты можешь тюнинговать гитару, но ты не можешь тюнинговать рыбу. Я не знаю, что они имели в виду. Слово пловец, swims, одинаковое назад и наоборот. Swims, нет, неправда. В смысле? В смысле неправда, наоборот, swims не будет swims, это будет swims. А, наоборот и перевернуто, меня поймали на такой тупости. Я думал, они имеют в виду... И наоборот, и перевернуто. А оно наоборот и перевернуто. Ладно, неважно. Какой круг... из чего сделан круговой шарик рубербола? Из... Рубера? Из чего сделан... пластиковый шарик? Из пластика. Ну, я не знаю, как рубер переводится. А что более могущественное, чем бог? Ого. И дьявол сам по себе. Богатые люди боятся это иметь, но... Бедные люди могут описываться как имеющие эту болезнь. Ничего. Деньги. Ну, деньги у бедных нету. Денег у бедных нету могущества. Болезнь может быть. Ничего. Ничего не могущественнее, чем бог или и дьявол. И это есть у бедных. У них ничего нет. Окей, неплохая загадочка. Включи свет. Эй, ты какого хера врубил свет? Выруби свет. Мы тут занимаемся делами. И кот сказал, типа, ну дай людям пространство, они хотят вместе побыть, что ты им мешаешь? Что ты положил в тостер? Я знаю, может, там внизу, это, сосиска. Ну ладно, бред, наверное, хлеб. Что-то слишком легко. У тебя 5 есть батончиков, и когда ты берешь 3, сколько батончиков у тебя остается? 5, ведь я никому не отдал свои батончики, никому свои батончики не отдам. Даже не смотри, Джерри, иди вон, я не отдам тебе мои батончики. Ой. Назови часть тела, которая называется одинаково и так и сяк. Ай, глаз. Глаз, и так и сяк, он одинаковый. Знание английского? Ты чё чешешься, не чешись, ты должен восхищаться моим знанием английского. Ты не выглядишь восхищенным, а ну дай нажму... А, да, ты время считаешь, ладно, ладно. Треугольник имеет основную... Короче, да. Треугольник — это единственная фигура, которая имеет 3 стороны. Да, потому что это треугольник, мать твою. Четырех слов... Да опять ты тут свое слово четырехбуквенное. Пиротехник должен знать, как огонь работает. Я не знаю. Как работает огонь? О, здоров, собаки! Я не знаю, почему вы здесь. Граммар нации. Что правильно? Ты... Ой, нет. Ты... Do you what... Идеальный английский от виндяя. Удивляйся. Удивляйся и защищай свои уши от кровотечения. Do you want to go to the mall with John and me? Do you want to go to the mall with John and I? And me? I guess it's right, because I doesn't sound good.
А какой объект круглый? Да ёб твою мать, что ты досрался до этого круглого шара? Какой объект круглый красный шар? Шар, мать твою, ты тупой. Сфера. Ты что, глупый, что ли? Нажми на красную кнопку. На красной кнопке написано... Ладно. Я не повелся. Выстрели в бандюгана. Бандюган! Ты не бандюган. Вот ты бандюган. Да. Я убил его? Правильно. Я убил человека! Это неправильно, это не может быть правильно. Квадрат, ты мне единственное? Да-да. О, нет! Прямоугольник же еще есть. Окей, я повелся на такую тупость. У меня осталось 9 жизней. Посмотри на этого кота. Он очень поношен жизнью. Медведь срет в лесу? Да. Что? С чего стоит 2011 пенни? 2011, ой, долларов. 201 доллар. Правильно? Я не знаю, что такое пенни. Да-да, кот, я не знаю, что такое пенни, не удивляйся. Ну пусть будет 201. Я не знаю, что такое пенни, отстаньте от меня. Да ты... Так, ну подожди. Пенни ту долларс. Я не сдамся на такой херни. Я не сдамся. 20.04. Ну я был близок. Я был близок. Стоп, а запятая или точка? Ладно, пусть будет точка. Мне Google сказал это так! Мне Google сказал это так! Там, наверное, запятая была. Я не прошел самую легкую игру. Я ожидал здесь больше вопросов с подвохами. Я немного разочарован. Типа, большинство вопросов я не ответил, просто потому что мне лень было думать о них. Ну вот, бобр жрет бобриное дерево, да, жрет? На тебе. Ну типа, вопросы действительно легкие. Я думал, они будут хотя бы трудные. Ого, ничего себе ты мозг. Вау, ты почти победил. Сколько будет 5 плюс 3? 8? Да, я самый умный мальчик в стране. Какое государство больше? США. Неужели это правда? 2 плюс 2 сколько будет? 4. Да какого хера? В смысле? 2 плюс 2 вместе. Что будет? 2 плюс 2 и 2? Сложно. Нужно рассказать, как огонь работает пиротехнику, которая хочет взрывать здание. Мужик хочет пожениться с сестрой его вдовы. Может ли он? Нет, потому что он мертв. Типа, ну если он воскреснет, то может быть, у нас как бы свободная страна, пусть делает, что хочет. Нет, я помню этот вопрос. Ну типа вот, большинство вопросов действительно легкие, слишком легкотенечко, не чувствую сложности. 4, хватит бухать вообще. Дайте этому человеку какую-нибудь скорую, он скоро умрет от, не знаю, алкоголизма. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все, потому что... Я ожидал от этой игры другого. Ладно, надеюсь, вам понравилась эта игра. Написывайте. Что вообще? Эта игра меня отупила. Я чувствую себя глупее, чем я начинал эту игру. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой игре. Если хотите, можете поиграть в нее сами. Я напишу в комментариях ссылочку на нее. Ну, а на этом все. Всем пока-пока-пока и удачи!